Давайте вспомним сказку, а может и не сказку, простой типичный случай из жизни городской. Возьмем сюжет известный и сказки интересной, кто раньше доберется до бабушки больной. Вот шапочка красная, девочка умная, прекрасная, достойна вашего уважения, соблюдает все правила дорожного движения. А вот серый волк зубастый, учиться хорошо не желает, правил дорожных не соблюдает. Куда идет красная шапочка? Я к бабушке своей иду, где напрямик лежит дорога, но опасностей там много. Я дорогой той пойду и в беду не попаду. Иди по этой дороге, все равно устанут ноги. Я тоже этой дорогой пойду, но к бабке твоей скорее добегу. На тропинке, на дорожке, будь внимательней немножко. Правил ты не забывай, безопасную дорогу для себя ты выбирай. Два глаза есть у светофора, подчиняйся им без спора. Красный свет дороги нет, пешехода нет пути. Зеленый загорелся, можешь ты идти. Это путь другие ждут, пока зеленый свет дадут. Я не буду ждать напрасно, проскочу-ка я на красный. Волк на красный свет бежал и в аварию попал. Хорошо, что цел остался, только в гипсе оказался. Думай получше, выходя дальний путь. Правил дорожных ты не забудь, девчонка и мальчишка, хоть торопишься ты слишком, правил ты не забывай и в беду не попадай. Thank you.